вот мы, вы даже не представляете, мы нашли новую дорогу, новый маршрут, по которому ни разу никто не ездил на великах из нашего отряда. Даже я. Мы нашли дорогу из Инишова на Малый Повалев. Прекраснейшая дорога вообще, сейчас хорошо накатана везде. Вот, она такая более короткая получается. И она приводит к своротку на Среднекрасилово, там внизу на правой дороге. Приехали мы на второй камень. Тут шикарный пляж, там чумыш шумит. Но, к сожалению, здесь обнаружили машину одну. Вон там, на нашем старом месте. А на новом свободно. Свободно. Столик большой, но могут приехать. Vous enfilez tout ça sous une aiguille en bois. Dans ma ville de Bagdad, c'est faire du shish kebab, yeah 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 bibi 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 bibi le shish kebab. Ma femme est rochon, m'a dit les souillons, mais quand j'en ai assez et je veux la chasser, elle coupe sous le baobab. Me faire du shish kebab, yeah 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 bibi 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 bibi le shish kebab. Hier à Beyrouth, les caravanes ont fait route, mais elles font un détour qui n'est pas le plus court. Мы едем по бесконечной дороге Журавлиха-Шатунова, точнее Шатунова-Журавлиха и Шатунова едем. Они вообще первый раз на великах в поход поехали. Поэтому без задних ног лежат, только передние остались.